Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. Меня зовут Максим. Сегодня 5 сентября 2017 года. Мы с вами находимся в Витязево, напротив детского санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина России». Именно отсюда мы сегодня пойдем на пляж Витязево. Итак, вот мы вышли уже на пляж со стороны Жемчужины России. Сейчас посмотрим подробно, что да как в этом районе Витязевского пляжа. Вот мы вышли с этого прохода со стороны Жемчужины России. Вот он, начинается пляж Витязева, в ту сторону Витязева. А в ту сторону, соответственно, ДЖМТ и дальше Анапа. Вот виднеется.
Как видите, на пляже много загорающих и купающихся людей. На море небольшое волнение. Вода в море возле берега чистая, водоросли не видно. Ни в море возле берега, ни на берегу. Сегодня в Витязево переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха на 3 часа дня составляет плюс 30 градусов, а температура воды в море 26 градусов. Температура воды 26,2 сегодня в Витязево. Thank you.
На пляже слегка ветрено. Вода в море очень чистая, водорослей нет вообще сегодня. Прекрасное сочетание чистой воды, комфортной для купания. Плюс 26 градусов и солнечного дня, преимущественно солнечного дня. Так что сегодня на 100% пляжный день в Витязево. Пляжный арт из песка. Это на берегу немного морской травы. Это взморник. На латинском Zostera marina называется этот вид. И несмотря на то, что этот взморник был выброшен с моря, тем не менее это даже не водоросль, а элементарная трава. По биологической классификации относится к высшим растениям. То есть растет на дне моря, имеет корневую систему, вот немного ее на берегу. Морская трава взморник. Ну, здесь все рассмотрели подробно.
время от времени сегодня облака закрывают прямые солнечные лучи. Становится немного пасмурно. Из-за этого жары особой на пляже нет. Тем не менее, температура очень комфортная для пляжного отдыха. Между двумя выходами на пляж людей заметно меньше. Вот посмотрите, здесь на пляже загорает совсем немного людей. Вода в море по-прежнему чистая. Возможно, мне сегодня так и не удастся найти водоросли в море возле берега. Вот он, простор
Витязевских пляжей.
Вот мы подходим уже к району выхода на пляж с улицы Светлой. И здесь уже, на этом участке пляжа, людей больше. Вода в море по-прежнему чистая, прозрачная, без водорослей. Вон там виден аквапарк Олимпия. Вот мы пришли уже в центр Витязевского пляжа. Этот центр Витязевского пляжа находится в основном между улицей Светлой и Паралией.
центре Витязевского пляжа, как видите, много загорающих и купающихся людей. Почти как летом много людей сегодня. Вот сейчас мы поравнялись с выходом на пляж с улицы Светлой и продолжим движение к Витязевскому причалу до выхода на пляж с параллели. Сейчас мы проходим с вами по пляжу на уровне Витязевского аквапарка Олимпия. Вот он там расположен.
Вот мы с вами дошли уже до Витязевского причала. Это значит то, что мы дошли до уровня выхода на Витязевский пляж с паралии. Кстати, кто не знает, слово паралия в переводе с греческого переводится как пляж, и паралия — это бульвар. Витязева, так называется бульвар, паралия.